Я доброе утро. Ха. Точнее, даже еще не ложились свои. Легли поспать полтора часа и снова встали. Мы собираемся в Каир. Ночной автобус идет 5,5 часов. Едем ночью. Ух. Ну что, ребят, выдвигаемся. Время у нас 00:15. Поехали в Каир. Ну вот уже у нас рассвет. Мы остановились в местной забегаловке. Здесь мы ходим в туалет. Наши автобусы мы с сопровождением едем. Все быстро писаем, кушаем. Идем дальше. Ну, это типа такое место фудкорта. Шесть 30 утра. Cold. Cold. Ребят, мы очень добрались до Каира. Ехали 10 часов. Сейчас идем в местные достопримечательности. Смотрите. Стулья. До метро. А видишь, красненькая значит. Метро. Старый храм Георгия Победоносца. Дамы и господа, сейчас мы идем первую церковь, да, Святой Девы Мария, церковь Мартова Века. Вытяжки в туалете, смотрите, какие. Краска в туалет бумаги, в туалете нет. Посмотрел, пойдем дальше. Высоко. Знаешь, что это такое? Я не запомнила. Ну ладно, посмотрели. Вот так вот подсняли, подсветили. Красота! Красота. Француза египтолог звали Жан-Франсуа Шамбльон, он смог расшифровать египетскую иероглифию. С того момента уже началась новая наука египтология, история древнего Египта началась о себе рассказать. Это когда было в 1822 году. Розетский камень, который был написан одинаковый текст на трех разных языках, на коптском языке, вот такой на древнем. Thank you.
Так, у нас теперь первая поездка закончилась. Сейчас мы едем на вторую поездку дальше. Посмотрели храмы, которые находятся в самом центре Каира. Очень красивый, мне понравился. Религиозный. Купил, наконец-то, Так, дамы и господа, вот город Каир существует со времен древних египтян, вот такой возраст города, дамы и господа, почти 7000 лет тому назад. Сначала нас звали Мемфис или Бенефер, столица находилась на западном полчаса, Аль-Каир. Хотя бы планета Марса это была плохая примета у арабов, но все равно они уже начали строить город, и поэтому назвали город Аль-Каир, это уже Каир. Водой. Обычно будет вода, комната температура в течение 6 или 8 часов. Короче, настаивают его на ночь. Вода, комната температура, и с утра можно пить очень вкусный чай. Кстати, вот так у нас такой волшебный, вот такой чай, вот холодный, вот понижает давление, а теплое. Вот. Наконец-то добрались до улицы. Хоть на улице посмотрите, как люди ездят в автобусах. Вот так вот. На моде как доставка поехала. Ого, цивилизация. Да, классно. Я не знаю, просто смотрите. Вот так вот. Красиво. И... Смотрите, какие леса строительные. Они из досок сделаны. Из досок. Веревки. Доски и веревки. Офигеть просто. Ладно, мы выдвигаемся дальше. Тоже здесь Куруза. Строится. Слева, как вы видите, экраны. Строится четвертую линию. Заметили даже у нас до сих пор, вот две революции подряд, хотели получше, и получилось как всегда. Сейчас уже вот такого власти, у нас военные вот во власти, вот бывший министр обороны Египта, Абдель-Фаттах ас-Сиси, он сейчас уже во власти 8 лет. По старой конституции, должно быть это вот последний год для управления этого президента, но поскольку мы его очень сильно любим, поменяли конституцию, и он будет с нами еще 12. Это почти как у вас, да? Поэтому они близко друзья. Подсказали друг другу. В нашей стране у нас республиканская система, вот так у нас есть свой президент, у нас правительство, парламент, две палаты, вот Верховная палата и нижняя. Hey guys, мы прибыли на обед в Клеопатру. В общем, у нас обед в ресторане Клеопатра. Нам всего лишь видели 30 минут, так что нужно квик.
Дай меня дорога скажем. Так, быстренько пару фраз после обеда, Настя. Чё? Пару фраз после обеда. Что у вас? Пару фраз после обеда. Вкусно было. Понятно. Мы уже почти доехали до пирамид. Пирамиды за вот этим забором 300 метров, там уже пирамиды. Представляете, вы вот там вот живете, и каждое утро просыпаетесь, смотрите вон туда на пирамиды. На телефоне достаю, так бы вам показал. Я просто хотел показать вам местный колорит. Давайте просто я помолчу 15 секунд, посмотрим, что здесь. Это нормальный наш транспорт поехал. О, Настя, картинка открыта, вставай, смотри какая. Фоточка. Не, спасибо, спасибо, не надо. За 5 долларов еще кошку продают. Кому нужна кошка за 5 долларов? Настя, ты пирамиду смотришь? Угу. Ну-ка, приближаем. Да, вот так, постройка уже пирамиды. Эй, girl! Ну, ловнись, наконец-то добрались, да? Вон они красавицы. Сейчас пойдем до них.